Ну вот у тебя была очень сложная жизненная ситуация. Наверняка есть такие там люди, семьи, которые попадали в похожие ситуации. Какой бы ты дал совет? Понятно, что у каждого своя жизнь, но что тебе помогло перебороть и выйти из этой ситуации? Ну, ресурсы где ты взял, чтобы просто остаться самим собой, остаться бомбардиром, остаться человеком? Ну, сложно сказать, где я брал ресурсы. Я просто понимал, это что... было титанически тяжело? Ну, было тяжело, но я понимал, что надо как можно, как максимально просто отделить футбол от этого, если мы говорим о спортивной составляющей вообще этой ситуации, то нужно было максимально просто футбол разделить с личной жизнью. Понятно, что было тяжело, понятно, что ты выходишь там на поле или едешь на игру, и там мало того, что об этом пишут, говорят, ты еще об этом думаешь. В себе ты понимаешь, что где-то говорят неправду, с этой неправдой соглашаются многие люди, ты, и что они о тебе думают. Но когда выходишь на футбольное поле, я даже не могу вспомнить, чтобы я во время тренировки либо во время футбольного матча думал вот об этой жизненной ситуации. Мне вот как-то повезло, я не знаю, я как-то мог там отключиться от этого. Не знаю, почему так, но вот, наверное, включал вот этого сильного человека.